Всем привет! Сегодня мы поиграем в игру «Кот Том моет пожарную машину». Итак, приступим. Инструкция. Нам это не интересно. Разберемся и так. Что у нас тут? Мощной струей. Сначала мочим всю грязь. Котик Тома намочили. А, он стоит ближе. Просто не видно. Так, и сколько же ее надо мыть? Мочить. Наверное, 11. А не, вон какая-то шкала идет, только так медленно она идет. Можно уже затопить все. Да. Это ж какой большой расход воды. Да. Вода дорого, это все деньги выливаются. Да, неэкономная игра. Приучает к тому, что воду можно лить бесконечно. А в наше время вода одна из самых дорогих вещей. Ну вот тут шкала бежит. Но что-то она медленно-медленно бежит. Деньги бегут быстрее. Деньги быстрее выбегают из кармана, чем вот эта шкала бежит у нас. Да, он там загрузается, да? Да. Чуть-чуть. Ага. Она уже почти отмылась. Я думал, ее надо будет мыть чем-то другим. Она вот под напором воды отмывается. Да. Смотри, надо было даже мыло за ним доставать. Ну, это, наверное, просто какая-то пенная вода, может быть, которая сразу и моет. Осталось чуть-чуть. Котик уже устал держать этот пульверизатор. Какой? Ну вот это, из которой льется вода под напором. Да. Ну, давай, хватит уже. Давай. Там уже даже грязь не осталось, только чуть-чуть это вот грязь. О, наконец-то. Теперь берем щетку. Взяли и, наверное, вытираем колеса до чистоты. Тут сначала одно. О, по-моему, уже блестит. Теперь второе. Вот, есть. О, блестит, как хорошо. И это блестит отлично. Теперь берем и натираем корпус. Ой. А зачем? Ну, чтоб блестел, наверное. А он пенится. Это мы пеной натираем, потом будем смывать. Да. Это вообще такая пенка. Вообще, по идее, надо было сначала натереть его все пеной, потом уже смывать. А так мы полчаса смывали его водой, теперь натираем пеной. Да. Как-то непонятно. Потому что все было мокренько, а потом... Ого. А вот это что еще? А это теперь щетки такие большие, которые хорошо-хорошо все смывают. Сейчас котик Антона как класть за язык. Да? Ага. Вот котик Том, наверное, стоит там, только со стороны наблюдает. Сам ничего не делает, бессовестный. Да. Сказал, что будет работать, а сам стоит, только сочкует. Да, как он говорит, а ты вообще говорил? Теперь берем душ. Да, ты говорил. Да-да-да-да! Чем это мы ее таким залили, интересно? Да. О. И снизу еще.
О, теперь под напором воздуха все смываем. А, это, наверное, высушиваем. А потом можно мне что-то поназымать? Конечно, сейчас доиграем эту игру. Да, вот мы паром высушиваем ее. Все потоки воды. Это за счет так. Не боюсь. Такая пожарная машина чистая становится, что на ней уже и на пожар не хочется ехать. А чё? Ну, сильно чистая, чтоб не вымазалась. О, это теперь полироль. А теперь, потом теперь полируем, чтобы она блестела. А мы опять потом помоем, когда все сделаем, сказала. Ну, хорошо. Так. О. А, теперь можно какую-то поставить этот рисунок. Ну, наверное, лучше всего черепашка, потому что они так медленно едут на пожар, что как раз... Я хочу вот эту птичку. Птичку? Да. Ну ладно. Пускай будет птичка. Все. Машинка у нас чистая, готова ехать на вызов. Да. Вдруг у кого случится пожар, звоните в пожарную, и мы к вам приедем. Всем спасибо, что смотрели видео вместе с нами. Пока-пока. Кому было интересно, подписывайтесь на наш канал. Будет много новых видео. А это кто говорил?